Доброе утро! Это рубрика «Красивые и смелые». Я стилист Наталья Тюнина и отвечу на все ваши вопросы. Для чего нужны оттеночные шампуни? Оттеночные уходы и шампуни нужны для того, чтобы продлить ваше окрашивание. На самом деле это замечательная находка нашего времени. Они поддерживают цвет, блеск, ухаживают за волосами. Самое главное, нужно обязательно придерживаться инструкции и применять так, как рекомендует производитель или ваш мастер. Поэтому, конечно, обратитесь к специалисту, вам обязательно посоветуют, как поддержать ваш оттенок. А сейчас мы перейдем к практическим советам. Слово парикмахеру-стилисту Евгении Семенякиной. Доброе утро! Меня зовут Евгения, и сегодня я вам расскажу, как восстановить ранее разбитую пудру или тени. Берете салициловую кислоту и свой любимый продукт. Наливаете постепенно, чтобы тени не превратились в кашу. Смешиваете равномерно до консистенции густой каши. Утрамбовываете, плотно прижимая ко дну. Таким способом вы можете вернуть форму любимым теням или пудре. А на этом я с вами прощаюсь. Будьте красивыми и смелыми. Индивидуальный подход и высококлассный прием от команды профессионалов студии красоты Натальи Тюниной. Мы знаем и с радостью подскажем вам, как выглядеть стильно и достойно. Студия красоты Натальи Тюниной. Братьев Кашириных, 157. Телефон 750-28-22.